Администрация Северского района провела прием граждан в станице Смоленской. На приеме присутствовал глава Северского района Андрей Дорошевский и его заместители, руководители и специалисты служб и организаций электро- и газоснабжения, Пенсионного фонда, социальной защиты и Центральной районной больницы. Жители поселения обратились с вопросами по расчистке реки Афипс, строительстве детского сада в станице Крепостной, обрезке деревьев на улицах, грейдированию и отсыпке дорог, очистке воды в артезианской скважине. Волнует граждан и электроснабжение. Особенно остро вопрос стоит в старых многоквартирных домах. Вот я ремонт делал. Так сделайте не в себя в квартире, а инженерные сети, вот эти, которые вообще другие. Да. Вам надо капитально отремонтировать инженерные сети. Есть еще один пункт. Вы сдаете на капремонт в день. Сдаем. Войдите в эту программу. Сделайте, чтобы за ваши деньги войдут в программу. Всего на прием пришло 28 человек. Каждое обращение принято в работу. Ряд вопросов глава района взял на личный контроль. В этом месяце организуют еще две выездные приемные. 10 августа в 16:00 граждан примут в Доме культуры поселка Ильского. 17 августа в 16:00 состоится прием в Доме культуры станицы Новодмитриевской.